Привет, друзья! Хорошая новость. Наконец-то мне присвоили первый разряд. Теперь у меня есть книжка разрядная, в которой написано, что я официально перворазрядник. Вот книжка, вот она, вот так вот первая страничка и выглядит. Тут все, печати, фотография, все серьезно, ребята, все действительно серьезно. Вот страничка с разрядами. Мой первый разряд – это первый разряд. Вот, теперь он у меня есть. Все официально, да? Вот. Выполнил я первый разряд на Кубке России по суточному бегу в Москве в августе этого года. Выполнил норматив. Норматив был 190 километров нужно было за сутки пробежать. И я пробежал, ребята, я пробежал. Мой результат 192 километра. В принципе, я на то соревнование только из-за разряда и ехал. Очень-очень-очень хотел. Каким-то чудом, но получилось. Ура. А потом, значит, вы все равно будете спрашивать, какие документы, что, куда, как. Давайте вкратце, очень вкратце, ребят. Очень. Значит, потом собираем, берем протокол, официальный протокол. Берем, значит, нужно будет представление о присвоении разряда. Нужно будет согласие на обработку персональных данных. Значит, собираем документы. Несем документы в Федерацию легкой атлетики. Там вам все подписывают. Все, везде ставят штампы. И относите эти документы в Министерство спорта. Либо отправляете от Федерации легкой атлетики, отправляете через нее, чтобы они сами отвезли в Министерство спорта. Ну, я сам отвозил, чтобы было быстрее и надежнее. Вот, относите в Минспорта. В Минспорт у вас забирают документы, проходит какое-то время. Может месяц, может полтора, и появляется приказ о присвоении разряда. Потом, значит, берете свою книжку, покупаете. Я покупал книжку. Нужно будет обязательно заполнить первую страницу. Тут все заполняете. Ну, тут фамилия, имя, клуб. Вот, если вы... И обязательно должен быть штамп. Штамп, да? То есть штамп того... клуба, той команды, где вы занимаетесь, того коллектива. Да, если вы занимаетесь сами по себе, так же вот как я, допустим, занимаюсь сам по себе, и у моей команды нету штампа. Ну нету. Не сделал я. Вот. Штамп, тут у меня стоит штамп Федерации легкой атлетики. Без проблем вам в Федерации все поставят. Приходите, говорите, надо. Вот, сделают все. Все, после того, как все заполнено. Первая страница заполнена, штамп стоит. Можете идти в Минспорта, говорить, здрасте, вот вышел приказ, я хочу, чтобы мне записали это в книжке. О том, что я получил такой-то разряд. Вот я также и пришел, мне поставили штамп, все, штамп Министерства спорта. И все, теперь я официально имею первый разряд по легкой атлетике. Разряд первый, надеюсь, не последний, надеюсь, все только начинается, друзья. Спасибо тем, кто мне помогал добиться этого результата. Вот серьезно, давайте вот отдельно. Это Семен, это Саша, вы меня, ребята, действительно мне очень-очень сильно помогли пробежать эти страшные 190 километров. Это вот, ребята, реально, без вашей поддержки, без вашей помощи, вот, когда свои люди на пункте питания стоят, помогают, это очень, ребята, это очень-очень мне помогло. Спасибо, Семен, спасибо, ты мне очень реально помог, друг. Спасибо, Саша, ты знаешь, что ты мне очень-очень помогла. В тот момент, когда мне надо было быть сильным, я был слабым, ты мне помогла, ты меня заставила бежать, ты...
Есть что вспомнить, это было действительно тяжелое испытание. Спасибо моему тренеру Артему, спасибо, Артем, это мой тренер на данном соревновании. Он тоже там бежал, правда, он пробежал побольше, чем я. Он мне помогал до соревнования, он мне помогал на соревновании, и он мне помогал оформить разряд. Я ж не знал, что как делать, он мне все подсказывал. Вот эти три человека, которые мне сделали первый разряд. Спасибо им огромное. Спасибо всем, кто меня, конечно, поддерживает. Спасибо, друзья. Спасибо всем, кто мне помогает. Все, давайте на этом заканчиваю. Все хорошо, все отлично. Буду дальше тренироваться. А что дальше будет, увидим. Не знаю, но посмотрим. Все, спасибо за внимание, занимайтесь спортом, бегайте, счастливо, пока!